Добрый день, дорогие друзья. Вам не кажется, что Маня сделала себе бруствер? И сделала себе гнездо без дополнительного сена. А сейчас она сильнейшим образом поедает рыбу, присланную от ГТРК Калуга Ларисой Нуштаевой. Ну что, идет похолодание. Видите, и этот пушистый комочек врать не будет. Суленторы поглощают. Ну, с пипином проще. Вот с Алисой, я не знаю, она пьет это молоко, не она, разливают они, не разливают. Она вообще такой дичок, не подходит, не из рук не берет, соски не подходит, хоть ты растреснись. Но прихожу, размыл и съедены. То, что вот нарезаем кабачков, яблок, морковки надо купить. Вчера собирался. Ага, собрался. Пипинище. Хвост распушонка. В предчувствии опасности. Ал, чарищи мои. Мои лапочки, мои солнышки. Мой мальчик, мой мальчик. Мой красавец, мой солнышко. Да, ты мой лапочка, ты моя девочка. Кто вы, мои солнышки? Вы мои два лапочки. Вы мои два солнышка такие, да? Мои. Яруша. Кто вы? Кто вы, мой? Пармалич, Эдиска. Эдипа, мась, вот, блин, вот. Динка прибежала. А? Кто ты, мой? Кто ты, моя девочка? Ты моя красавица. А? Эти руки едят вот, да? Бармалей, барма. А кто оторвал поилку? Поилку кто оторвал, утащил? Ты не знаешь. Ну, видите, ребенок не знает. А, ну да, поилочка. Ладно, дорогие друзья, сегодня очень коротенько. Пойду дальше кормить животных. Спасибо вам, что смотрите. Пишите комментарии. Багиру мы стерилизуем при первой же возможности. Мы ее уже сегодня удалось ее заблокировать и договориться назад на один тур на стерилизацию. Теперь нужно найти машину на эти полдесятого, пол одиннадцатого, чтобы приехал, загрузили. Теперь еще достать усыпителя. Ладно. Что-то у меня сегодня, как говорил Антон Павлович Чехов, берехлюнь тебя.